В Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми и его региональных филиалах прошла специализированная ярмарка вакансий для технических и IT-специалистов. Уже на протяжении 7 лет это мероприятие помогает молодежи в успешном старте своего карьерного пути. Ведь ярмарка вакансий не только позволяет юношам и девушкам попробовать свои силы в трудоустройстве, но и служит установлению эффективного диалога между работодателями и молодыми перспективными соискателями. Специализированная ярмарка вакансий для технических и IT-специалистов призвана помочь студентам и выпускникам сделать шаг к взрослой жизни и финансовой самостоятельности. В этом году в ней приняли участие около 25 тысяч студентов и выпускников ТУИТ и его региональных филиалов, а также выпускники 72 профессиональных колледжей по направлению ИКТ. В свою очередь, на ярмарке свои вакансии представили около 200 предприятий, действующих в сфере информационных технологий и коммуникаций, а также органы государственного и хозяйственного управления. Одним из наиболее привлекательных работодателей, особенно для молодых кадров, является действующий на национальном рынке мобильной связи оператор UMS. В ходе мероприятия представители HR-департамента компании пообщались с молодыми специалистами, провели собеседование и проконсультировали их по всем интересующим вопросам трудоустройства. В настоящее время компания UMS – это коллектив профессионалов, которые нацелены на результат, умеют эффективно работать в команду и не боятся брать на себя инициативу. Несомненно, кадры – одна из важнейших составляющих успешной деятельности нашей компании. Ежегодно в команду UMS вливаются десятки молодых людей, многие из которых еще вчера были студентами. При этом в качестве работодателя компания заинтересована в подборе перспективных специалистов, а также, что особенно важно, их дальнейшем профессиональном развитии, передаче знаний молодому поколению. Конечно, в силу специфики деятельности, основной интерес компании проявляет к молодым и перспективным специалистам в технической и IT-сферах. В данном направлении UMS плодотворно сотрудничает с рядом вузов республики, в частности, с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми. Мы ведем сотрудничество с целью подбора технических специалистов. Хорошие контакты у нас налаживаются с университетом Инха в Ташкенте, благодаря чему открываются новые возможности подбора профессиональных, конкурентоспособных IT-специалистов. Несомненно, компания заинтересована привлечь специалистов и в других областях. Значительное внимание оператор UMS также уделяет обучению молодых кадров. Так, студенты старших курсов профильных направлений имеют возможность стажировки и дальнейшего трудоустройства в компании. Благодаря системе стажировки они могут получить необходимые навыки для дальнейшей работы в области связи и телекоммуникаций. Студенты, проходящие стажировку в техническом блоке нашей компании, изучают компетенции, используя передовую материально-техническую базу. Обучают их профессионалы высокого класса. Как правило, у них большой опыт за плечами в области мобильной связи. По итогам стажировки студенты не только получают передовые знания в области технологий, но и также научатся оценивать свои способности в решении реальных задач, ну и работе в команде. Но необходимо отметить, что для прохождения стажировки в техническом блоке нашей компании проводится отбор наиболее подготовленных специалистов, которые хотят и тянутся получить знания в области телекоммуникаций. Нужно сказать, что сотрудники отдела по работе с персоналом компании UMS всегда готовы дать совет и проконсультировать по вопросам трудоустройства. Подробно рассказывают они и о принципах кадровой работы, особенностях подбора персонала и его обучения, требованиях, предъявляемых к специалистам. Как у молодого специалиста, высокую заинтересованность у меня вызвала вакансия мобильного оператора UMS. Думаю, что компания является одним из наиболее престижных работодателей на рынке связи и телекоммуникаций. В частности, меня привлекла перспектива карьерного роста, возможности для профессионального развития и созданные условия работы в компании. Добавим, что информация о горящих вакансиях компании UMS всегда размещается в специализированном разделе официального сайта www.ums.us. Для удобства соискателя имеется специальная форма анкеты, заполнив которую, кандидаты могут направить свои резюме в компанию.